это всего лишь случайность. Я хочу реванш. Меня не могут задушить в зале дагестанцы, мастера спорта. Это случайность. Я хочу реванш IPFC. Я уже делал тут face-to-face с одним человеком, но он пропал. Илюша, не пропадай. Мы увидимся. На 36 секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержала настоящая машина из Благовещенска. Андрей Елис!